Район Москва – это, к слову, 50 улиц, один из самых затапливаемых в городе. Хотя в целом за последние годы ситуация стала на порядок лучше, говорят москвичи. Однако некоторые улицы по-прежнему остаются без внимания. К примеру, не совсем довольны содержанием своей улицы жители по Ажибайби. Здесь повсюду огромные кучи снега, а значит, весной стоит ожидать грязи и луж по колено. Вот это самое, там забрали Потехово. И все на этом уехали все, вся техника уехала. Столько техники было, нагнали. Ну и, конечно, сейчас колея вот эта вот, чуть-чуть тепло и полная колея. Да. Машины ездят, брызгают. Пройти невозможно. Дети ходят в школу, со школы. Здесь вон школа. Зато у жителей улиц имени Ряхова и Парижской коммуны претензий коммунальщикам нет. Снег вывезен буквально на днях. Нет, у нас хорошо вычищают снег здесь. Вот на прошлой неделе, 2 недели назад вычистили. На тех кварталах тоже вычищают. Вот на Октябрьской туда дальше, там почему-то не чистят. Сколько уже стоит, там вот топит. А здесь нормально. Второй день кипит работой на улице Луговой. Трудится здесь 6 единиц техники, 10 рабочих. Мы вывозим снег с района Москва. Вчера вот закончили работы по улице Толстого. Второй день работаем на улице Луговой. Как только завершим, в ЖКХ нас направят в другие районы. Массовый вывоз снега, напомним, начался в Актобе с середины февраля. За это время на полигон вывезено не меньше 100 тысяч тонн. В том же районе Москва вывозом снега уже охвачено 60% улиц. Что касается Курмыша, то здесь очищены будут 20 улиц. Обо всем этом отчитался сегодня руководитель городского отдела ЖКХ в ходе заседания городской противопаводковой комиссии. В районах КМЗ и Молочка вывоз снега в основных потопляемых улиц произведен. В районе Оторванка снег вывезен с улицы Жиембаева, Рабочая, Ташкентская. Ведется вывоз снега с улицы Тажибаева. Планируется работа по улицах, на улицах Кленовая, Жазыкова, Айбергенова, Кандагачская. Большой объем работ по вывозу снега выполнен в районе Курмыш. 70 миллионов тенге, именно столько выделяют власти в этом году на противопаводковые мероприятия в городе. Как ожидается, половодье этой весной в Актобе будет спокойным, ведь по сравнению с прошлым годом осадков зимой выпало на 40% меньше. На сегодняшний день происходит таяние снега, значит, накопление снега в этом году небольшое по сравнению с прошлым годом, поэтому мы ожидаем спокойное проведение половодья. Значит, несмотря на это, сегодня будут выставлены задачи всем службам для безопасного проведения паводка. По итогам встречи чиновникам и руководителям предприятия было поручено провести очистку канав, территории организации от снега и мусора, подготовить к работе насосные станции, контролировать сбросы накопления воды в водохранилищах и привести в готовность технику и плавсредства. Асель Кинжалина, Жаслан Жубаев, Сергей Калашников, программа «Факт».